Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковочка классной посылочки от компании Avon. Не терпится сделать это вместе с вами. Давайте начинать. Знаю, многие девочки любят именно формат распаковки, поэтому сейчас вместе с вами откроем и посмотрим, как тут что лежит. Потому что бывает у девчонок приходит что-то пролитое или плохо упакованное. У меня пока Avon миловал. Скажем так. Ну, хотя в этот раз, смотрите, все накидано. Обычно у меня с перегородкой. Ладно, давайте уже приступать к обзору посылки. Все-таки буду доставать все в хаотичном порядке. Так, тут у меня третий каталог. Зачем-то, я не знаю, заказала еще один, хотя вроде у меня есть. А, две краски. Одна в оттенке 3,6. Вторая в оттенке 8,1. Девочки просили говорить коды товаров, как я говорю, Faberlic, поэтому будем с вами вместе с накладной. Так, девчонки, 8,1, код 92157 и краска 3,6, код 65975. Вот эту краску у меня попросили заказать. Кстати, оттенок очень красивый. Он у нас называется Dark, ну, темно-коричневый, я так понимаю. По-русски почему-то нету названия цвета, да. Да, нету, девчонки, по-русски. Он такой коричневый с холодным сиреневым подтоном. Красивый, красивый на самом деле цвет. И вот если бы взяла себе, я бы тоже взяла такой. И, скорее всего, возьму. Краску 8.1 я взяла для себя, девчонки, но... Вчера что-то мне в голову ударило, я покрасилась в темный. А поэтому 8.1 пока будет либо лежать, ждать своего часа, либо я ее кому-нибудь отдам. Себе в следующем каталоге возьму 3.6 или что-то похожее на этот оттеночек. Краска, кстати, мне очень понравилась. Для тех, кто не брал, я брала ее в оттенке 4 с чем-то, по-моему, и красилась. Я прикреплю ссылочку на видео, где я покрасилась этой краской, и видно цвет там, и блеск нереальный. Там все комментарии к видео практически были о том, как здорово блестят волосы. Да, действительно, эффект свежеокрашенных волос держится очень долго. Я не пожгла волосы, они были в идеальном состоянии, мне понравилось очень. Здесь в краске у нас, оказывается, как оказалось мне, девочки, спасибо им за это, подсказали, есть два бальзама. Один мы наносим до покраски на наши кончики, чтобы их не пожечь, да, а второй уже после покраски. Краска итальянская, краска классная, краска порванная. Ну ладно, я думаю, это ничего страшного, но тем не менее, смотрите, что-то сюда углом уперлось и порвана коробка. Вторая ничего, слава богу. Эх, Avon, Avon. Еще в заказике у меня целых три водички Premier Luxe мужских. Они были в этом... Есть в этом каталоге по классной цене. У меня две попросили, и одну я взяла супругу. Спрашивала у девчонок, советовали Elite Gentleman, но я не нашла ни одного каталога у себя дома, где пахнет эта страничка, а брать вслепую или заказывать пробник уже времени не было. Поэтому взяла Premier Luxe, которая страничка пахнет у нас в этом каталоге, да? И сейчас мы с вами откроем, потому что это как бы мой для супруга, и попробуем. Очень здорово, кстати, что коробочки приходят в слюде. Вот он сам флакончик, классный, здесь рельефная такая картиночка. Никто не пшикался, ничем не пахнет. Даже не с первого раза нажимается. Девчонки, ну классный, классный аромат, именно то, что на страницах каталога. Здорово. Сейчас я найду вам код этой туалетной водички. Ой, супер вообще. Так, премиум люкс. 255,42, девчонки. Мне очень нравится. Я надеюсь, что он будет стойким. А, когда только распшикиваешь его, сладкие ноты. А сейчас совершенно по-другому раскрывается. Аромат многогранный однозначно. Я это уже чувствую. И мне нравится его шлейф. Он очень интересный, девчонки. Это совсем не то, что вот при первых ощущениях, и немножко отличается от того, как пахнет каталог. Как пахнет каталог, это первые прям ноты аромата. А дальше шлейф очень классный, мне нравится. Я даже не ожидала, что такой приятный шлейф. Так что мне будет очень приятно на своем супруге ощущать именно этот аромат. Дальше подарочки. У меня знакомая заказала из серии... Получается, Marvel, да, для мальчиков. Два продукта. Она уже брала и сказала, что в диком восторге. Когда у нее моется внук, она прям этот аромат готова вкушать вечно. Детский гель для душа и туалетная детская вода. Давайте с вами попробуем аромат. Она не против.
Ну, действительно классно, классно пахнет. На самом деле и фруктики какие-то, и в то же время есть какие-то такие мужские брутальные нотки. Прям здорово. И, наверное, гель также. Да, только даже чуть-чуть послаще. Классно пахнет на самом деле линеечка. Сейчас я вам найду коды. Детская туалетная вода 429,56. Здесь, кстати, такой обычный формат спрея, видите, да? И гель для душа Marvel 452,92. Был и есть в этом каталоге подарочный набор Full Speed. Вот в таком формате у меня их заказали целых два. Это не себе. Сейчас мы с вами тоже потестим аромат. Здесь у нас гель для бритья. Так, это что? Вот это, кстати, вот этого... А, парфюмированный дезодорант и шампунь против перхоти. Я, кстати, ни разу не брала вот эту линейку. Надеюсь, что ароматы достойные. Ну, шампунь пахнет приятно. Но надо, мне кажется, Дейзик потестить. Я думаю, тоже моя знакомая. Она не против, она разрешает мне тестить эти ароматы. Ну, хотя нет, девчонки, дезодорант здесь ни разу не нажимался. Я не буду этого делать. А гель для бритья у нас с вами приходит... Нет, не запечатанный, поэтому его мы понюхаем. Здорово пахнет, кстати. Но это, мне кажется, больше такой возрастной аромат. Не для мальчиков. Он какой-то немножко тяжеловатый. И не сладкий, и не свежий. Я не пойму, что здесь за ноты, девчонки. Но он такой тяжеловатый, мне кажется, на любителя. Хотя вроде вот когда размажешь, и ничего. Но не для молодых ребят, однозначно. Сейчас опять поищем коды. Набор из трех средств Full Speed Turbo 575,42. И ничего так, кстати, когда рассеивается, становится поприятнее. Вначале есть какая-то прям, знаете, такая тяжелая неприятная нотка, а сейчас очень даже ничего. Приятненький аромат. Есть нотка свежести, есть нотка кислая какая-то и терпкая. Ничего. Когда рассеется, девчонки, нормальный. Нормальный аромат. Вполне себе. Девчонки, себе так взяла скраб для кожи, рук и тела, для всех типов кожи из линейки Avon Care, сияние с розовой водой и маслом ши. Никогда не пробовала этот продукт, очень интересно. Была такая прям, по-моему, это в онлайн-распродаже где-то там. 200 мл, была какая-то вкусная цена. Я планирую использовать его на все тело, крупинок здесь пока не вижу, девчонки. Выглядит как будто мутненький гель. Сейчас посмотрим с вами, есть ли они здесь вообще. Запах обалденный, просто шикарный. Ароматическая, какая-то парфюмерная композиция, очень классная. Не скажу, что пахнет прям розой, но сладенький такой, очень приятный аромат. Так, ой, девчонки, здесь действительно есть мелкие скрабирующие, я бы даже сказала, это не скрабирующие, нет, это не скраб, это по типу гамажа. Мелкие полирующие частички, которые абсолютно не видно. Я сейчас, конечно, вам попытаюсь показать, но нет, их не видно совсем. Вот, девчонки, на руке, да? Их не видно. Но они ощущаются, их действительно много. То есть, когда вы начинаете втирать все это дело в кожу, то чувствуете обилие вот этих мелких частиц. Они довольно жесткие и, мне кажется, будут очень классно полировать. Я прям в этом уверена. Я бы не назвала это скрабом, еще раз скажу. Это скорее гамаш, и сейчас поищем его код. Код продукта 697,77. Мне нравится, девчонки, я люблю именно такие средства гораздо больше, чем скрабы, в которых крупные частички, но их очень мало. Полирующий эффект будет классный, мне кажется. Не могла пройти именно мимо новинки. Это у нас розовый Инканта. Он у нас с ежевикой и мускусом. Здесь 100 мл. И была небольшая скидочка пока на эту серию. На Инканта она вообще, мне кажется, бывает редко. Мне очень хотелось потестировать. Как-то я мимо сиреневого прошла, а вот розовый захотелось. Спирт бьет в нос. Но этим и грешат спреи Avon. И я чувствую ежевику, и чувствую малину. А у нас тут ежевика и мускус. Но есть, конечно, и какие-то терпкие ноты. Но скажу, девчонки, честно, аромат неплохой, но голубой мне нравится больше. Я сейчас нанесу на руку в процессе видео. Никто не пшикал, кстати, это приятно. И в процессе видео мы с вами посмотрим, оценим этот аромат, когда выветрится спирт. Ой, сейчас прям спиртяга. Дадим настояться, так сказать. Мне вообще нравятся спреи вот эти Инканты безумно. Я, скорее всего, в следующем заказике себе еще возьму голубой, потому что
Он у меня прям вот в фаворитах. Они двое суток держатся на теле. Ну как двое суток? Может быть и больше, пока вы не помоетесь. То есть будете ходить в душ каждый день, значит день будут держаться. Я была крайне удивлена стойкости вот этих продуктов. Они стоят своих денег действительно. Спирт начинает выветриваться и есть классные какие-то нотки. Девчонки классные, реально. На что-то похоже, прям на какой-то аромат, не могу понять на какой. И сладость есть, и свежесть есть, и совсем чуть-чуть терпкости. Шлейф обалденный, ой, шлейф обалденный, девчонки. Прям на какой-то люксовый аромат похож. Берите, тестируйте, ароматы я описывать не умею, и все равно, ну, я вам его опишу, он на вас раскроется по-другому. Берите, тестируйте, аромат стоящий, правда. Ой, супер. Вот такую масочку из линейки Avon Naturals «Сияние лепестки розы», 75 мл. Она у нас, по-моему, была по аутлету за очень смешные денежки. Она не запечатана, это не моя, но мне тоже разрешают те, кто берут у меня. Вот как она выглядит. Это гелевый продукт. Он у нас для сияния, да? В составе экстракт лепестков розы, вы представляете? Улучшает текстуру кожи, придавая ей естественное сияние и гладкость. Сейчас проверим. Вот так выглядит масочка, она гелевая. И там какие-то, мне кажется, есть как крупиночки, видите? Вот как она выглядит после разнесения по коже, да? И там, правда, есть, вот видите, частичка какая-то. Наверное, экстракт лепестков розы, да? Запах, девчонки, классный, действительно классный. Прям вот тоже какой-то парфюмерный, без всякого, без всякой шипровой какой-то отдушки, тяжелый, очень... приятный. Классно пахнет. Из всех масок, что есть в Avon, по-моему, вот самый приятный для меня аромат. Очень нежный, здоровский, действительно чувствуется роза. Мало такой химозности. Очень приятный, девчонки, аромат. Светоотражающих частичек есть. Действительно, они есть. Камера не передаст, но они есть. Я разнесла маску по руке. И они есть, да, действительно, вот светоотражающие частички, я их вижу, поэтому сияние, да, почему бы нет, этой маске место быть. Дальше, девчонки, еще один аромат, это Пурбланка Блаш, наверное, правильно читается, да, это подарок. Это подарок у нас, который зимний сюрприз, да, наверное, называется, за 35 рублей. Не знаю, что буду делать с ним, потому что я понятия не имею, как он пахнет. И не люблю я скапливать в своем доме большое количество ароматов. Мне если аромат зашел, он зашел. Если нет... Ой, интересно, слушайте. Сейчас попшикаем. Вот так выглядит флакончик. Такая крышечка миленькая, да? Здесь у нас сколько миллилитров? 50. Вы знаете, классный аромат. Он сладкий. Ярко выраженный такой прям. Сладкий-сладкий. Но не пудровый. Но не мой аромат, я такие не люблю на самом деле, но очень интересный. Посмотрим, как он раскроется, мне интересно, попозже еще попробую потестировать. Мне кажется, это больше весенний аромат. Я прям чувствую здесь цветочки, цветочки, может быть, даже какую-то слегка нотку отдаленную ландыша. Для тех, кто любит сладенькие ароматы, на весну, мне кажется, он здорово подойдет. Не знаю, может быть, даже и себе ставлю. Следующий продукт в моем заказике – это легкая пудра хайлайтер люкс. Это очень длинный код. 129-84-86. Это не мой заказ, поэтому я вам не могу открыть и показать. Но выглядит она вот так. Что здесь внутри? А, здесь кисточка. Я так подозреваю, да, что мы будем наклонять. И вот это, сейчас покажу вам поближе кисточкой, разносить все по лицу. Вот как выглядит, девчонки, этот продукт. Цвет, да. И вот она кисть. Кстати, не знаю, как насчет хайлайтера, потому что я не вижу здесь никаких светоотражающих частиц. Но, может быть, при нанесении на кожу они будут появляться. Интересный, конечно, продукт. Потом обязательно спрошу отзыв девочки, которая его заказала. При покупке двух продуктов для бровей с первых страниц там каталога где-то, да, там желтые ценники, и вот этих вот тушей, которые по распродаже, можно было взять тушь и продукт для бровей, либо два продукта для бровей, была скидка 40%. И здесь у меня, девчонки, лайнер, по-моему, для бровок. Сейчас найдем. Тени, пудра для бровей Dark Brown. 66-116. И карандаш для бровей Dark Brown 48-782. Тени пудра это не мое. Это у меня тоже на заказ. Если тут во флакончике видно, мы с вами посмотрим. Открывать не будем. Но здесь не видно.
Вот, вот такой вот флакончик, очень, кстати, маленького объема. Надеюсь, что этой пудрой удобно оформлять брови, и она не рыжит. А карандашик мы с вами можем смело посмотреть для бровей. Там на него и так была хорошая цена, а по скидке он вышел вообще, по-моему, 100 рублей. Я его взяла на подарок знакомой, она тоже разрешила нам его потестить с вами. Так, Dark Brown, ну не знаю, девчонки, мне кажется, это очень светлый браун. На карандаше это хоть... Dark Brown, да. Сейчас посвотчим. Ну, в принципе, это... темно-коричневый, смотрите, сводч. Вот как он выглядит в стике, да? Он посветлее немножко, камера затемняет. Но на руке передает правильно. В принципе, темно-коричневый, не рыжит. Очень такой нормальный, натуральный, благородный цвет. Вполне себе ничего. Я бы себе, девчонки, взяла такой оттеночек, конечно, тоже. На стойкость надо проверить. Ну, так, конечно, стойкость так себе. Но у меня здесь еще и скраб мы с вами тестировали. Стойкость так себе, я люблю более стойкие продукты. Но цвет очень приятный, очень. Девчонки, из бизнес-аксессуаров взяла себе набор, по-моему, 20 их тут спонжей, да, для нанесения теней. Потому что мне нравятся некоторые именно тени носить такими спонжами, не кисточками отнюдь. Особенно если это какой-то пигмент, кисточкой его крайне неудобно наносить. Сейчас посмотрим с вами поближе, что они себе представляют. Цены были очень даже ничего, поэтому почему бы нет. 20 штук, они, смотрите, довольно крупные. Да? Мне кажется, удобно, прям удобно будет. И очень мягенькие, не слетают. Сейчас посмотрим поближе. Вот как выглядит, девчонки, этот продукт. Код его, так, этого наборчика у нас 128-68-91. Очень мягенький и приятный. Длинная кисточка, в руке держать удобно. Очень удобно. Вот так они. Поехали выглядят. Дальше. Как всегда, все самое интересное, сводчи и так далее на потом. Сейчас с вами еще посмотрим пробники, какие здесь нам положили. Здесь много брошюр в этот раз. Встречаю весну красиво. Аутлет от фокуса я отказываюсь. Смотрю его, ну, на сайте. Еще одна брошюра сейл. Обязательно с вами полистаем в отдельных видео. Еще одна брошюра, девчонки. Еще одна сейл. Эйвен щедрый. Щедрый на брошюру. И положили мне эссенцию. ТТА, наверное, мне кажется. Хотя она у меня есть уже. И новиночку History. Вот как выглядит лифлеточка. Очень, кстати, красивая, такая презентабельная. Я смотрела на эту водичку. И мне очень хотелось потестировать на самом деле аромат, потому что сейчас она стоит прям копейки. В аутлете, по-моему. Ой, какой интересный аромат. Но бьет опять в нос спирт. Наношу на руку. Сейчас посмотрим. Девчонки, ой, простите. А на эти продукты я не буду говорить вам коды, хорошо, потому что, ну, как бы они, наверное, всем приходят с заказом так и так. Интересный аромат. Терпкий. Чувствую какие-то пряности, специи. Розовый перец. А вот розовый перец и рис пачули. Сладкий, терпкий. Мне кажется, больше вот подойдет для девочек в возрасте. Тяжеловатый слегка. Я бы вот на весну, на лето его не взяла. Не знаю, почему компания выпустила сейчас. Это, мне кажется, больше зимний аромат. Такой вот, знаете, какой-то немножко теплый, согревающий, обволакивающий. Да. Он будет тяжеловат однозначно на теплое время года. Но это лишь мое мнение. Кому как говорится, да? Поэтому имеет место быть. Эссенцию я не буду открывать, потому что я вам уже про нее рассказывала. Не знаю, зачем они ее опять пихают. Потому что цена не очень адекватная на полноразмерки этих продуктов. И, наверное, хотят, чтобы народ распробовал. Мы уже говорили с вами о том, что это крайне нестойкий продукт. Очень нестойкий. Хотя это эссенция. Он совершенно нестойкий. Поэтому я даже в его сторону не смотрю. И цена совершенно не оправдана. Следующий продукт у нас масло для губ, питание и цвет. Код его 68178. Вот так оно приходит. Здесь наклеечка. И значит, получается, это у нас Польша, да, девчонки? Либо что? Когда наклеечка наклеена. Это слегка помятая коробка, такое ощущение, что ее уже вскрывали. Я взяла прозрачный, потому что боялась, что в другом оттенке будут, как сказать, эти блестки, как крупинки, ощущаться на губах. Вот так выглядит спонжик, кстати, очень классный, такой широкий, здоровский. Сейчас все покажу поближе. Девчонки, оно прям маслица-маслица.
Не знаю, как на губах, сейчас попробую будет ощущаться. А, легкий розовый оттенок, который вот практически не видно. А вот кисточка какая классная. Мне очень понравилось, кстати. Я люблю, вот когда такая форма. Она у нас вообще такой, смотрите, тягучая. Даже во флаконе, вот наклоняю, она не проливается. Очень тягучая. Видите, как медленно стекает. Ну, сейчас попробуем с вами нанести на губы, как будет это все дело ощущаться. Запах, кстати, какой-то ванильки. Еле-еле уловимый, неярко выраженный. Очень приятно наносить этим спонжиком, прямо вообще. Не липнет абсолютно. Совсем не липнет, девчонки. Это плюс огромный. Волосы, конечно, будут прилипать, но губа к губе хотя бы нет. Здорово, мне нравится, очень комфортная текстура. Мне кажется, он моментально начинается, оно, это масло точнее, впитываться в губы. Потому что, когда я только нанесла, было много. А сейчас вот прям как будто уже подпитывается. Губки такие мягкие становятся. На вкус такой сладенький. В общем, пока одни плюсы. Буду тестировать дальше. Обязательно пишу отзыв в Инстаграм. Если еще не подписаны на него, проходите. Ссылка всегда под видео. Там я тестирую каждый продукт по отдельности. И последний, кстати, продукт в моем заказе — это губная помада «Матовое превосходство» Nude Sweet 132-87-08. То ли где-то на сайте я ее увидела, то ли в фокусе, девчонки, я уже не помню. Где-то на них была распродажа. А, лимиточка, наверное, в аутлете. Либо в аутлете, либо в фокусе. Смотрите, какая красота. Какой флакончик, он глянцевый. Her story, ее история, да? Вообще здорово. Ой, я надеюсь, что мне цвет понравится. Это действительно нюд, нюд, которого мне последнее время не хватало. Сейчас сотрем с вами блеск и попробуем ее потестить. Сделаю вам сводчик. Приступим. Очень нежная. Класс, девчонки. Вот именно такой нюд я и хотела. Безумно красивый. И мне нравится, что у нее мягкая кремовая текстура. Это супер, потому что сейчас губы, руки, все на свете сохнет со страшной силой. Ну, кроме лица. Вот лицо мое хрен высушишь. Девчонки, классный оттенок. Мне очень понравилось. Сейчас я вам сделаю сводч и покажу поближе. Вот, девчонки, сводч. То есть у нее такой вот, ну, тепловатый подтон, да, она не уходит в рыжий, она не уходит в коричневый. Очень классный цвет, девчонки, очень классный. Я вам сейчас покажу при естественном освещении, потому что знаю, это важно. Все-таки я сейчас сижу при искусственном. Смотрите, какой колпачок. Вот, девчонки, при естественном освещении. Вот и маслица, и помадка. Сейчас покажу, как выглядит. Смотрите. Вот. Мне очень понравилось. Смотрится на губах шикарно. Вот название. Девчонки, безумно красивый нюд. Мне очень понравился. Он такой освежающий, да? А, как вот освежают коралловые, да, помады. И этот нюд именно освежающий. Он не ходит ни в мертвечину, да? Мне кажется, он подойдет под любой цветотип абсолютно, под любой типаж и цвет волос. Еще хочется прям сверху намазать маслицем. Будет вообще огонь. Хочу глянцевую помаду, мажу маслицем. Хочу матовую, не мажу. Классные продукты. Девчонки, кто думает, заказывать или нет вот эту водичку, да? Аромат так остался тяжелым. И граней никаких я тоже не чувствую. Он как был при нанесении, так и есть. Тяжелый. Очень тяжелый. Мне не нравится. А вот у Инканта шлейф обалденный. Очень советую. Он раскрывается на коже изумительно. Вообще супер. Нежнятина, прям весенняя нежнятина и очень вкусная. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой заказ по второму каталогу в компании Avon у меня был. Я надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Если возникли какие-то вопросы, всегда задавайте их всем, чем могу, помогу. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока.